Наш театр, Гоголь-центр, он очень активно работает с современным искусством, и мы это сотрудничество вообще не хотим останавливать. Если найдутся люди, которые помогут нам сделать проект «Гоголев», то мы в пространстве самого театра, которое уже у нас работало как такое выставочное пространство, получим очень качественный, интересный проект, в котором будут участвовать ведущие сценографы, ведущие художники, которые занимаются сценическим дизайном. И прелесть такого рода проектов заключается в том, что количество зрителей, которые будут смотреть, оно огромное, потому что на каждый спектакль там приходит 500-600 человек минимум, да, и вот эти 500-600 человек, следующий день еще 500-600 человек, получается, посетители выставки, ну, какие-то практически тысячи, если она стоит около месяца. Поэтому, мне кажется, альянс современного искусства и театра взаимовыгоден. Он расширяет представление о современном, вообще, о качестве современного прекрасного и обогащает и театр, и современное искусство, и уж точно зрителя.